Друзья, всем привет! Снимаю себя на экшн-камеру, друзья. Ой, простуда у меня. Разбираю я свою вот эту прихожечку старенькую. О, этой прихожечке, друзья, сколько же ей лет этой прихожечке? Я даже вот не могу сказать. Васек! Сейчас у Васька спрошу. Васюк, сколько прихожечки нашей лет? Друзья, знаете сколько? 22 года Васюк сказал. Представляете? Я сегодня дала ему отдыхать. Я сама раскручиваю. Вот смотрите. Они вот у нас скреплены были вот здесь вот таким болтиком. Вот видите? Между собой я все открутила. Вот так. Здесь вот. Видите? Там вот были они соединены, чтобы не шатались. Сейчас я откручу. У меня вот это тоже к стенке здесь прикручено у нас. Сейчас я вот это все откручу, друзья. Отсоединю. Так, и эта вешалочка поедет, знаете, куда? Краснодар, в квартиру, наверное. Пока я еще не решила. Пока там Леха делает ремонт. Ну, у него там коридорчик маленький, она как раз пригодится ему. Так, сейчас я это откручу. Но думаю, знаете, что сделать? Может быть, я вот эти синенькие борта, может быть, ему перекрашу в другой цвет. Может быть, сделаю посветлей. А может быть, и не стану ничего делать. Так, ящички вытащила. Со шкафов все вытащила. Но не все. Сейчас вытащу, друзья. Так, елки стоят. Завтра откроем люк. И елочки отправятся. Надо их, наверное, подвешать там на крючки. Все, вот такой низ здесь. Под обувь. Не, выглядит она вот 22 года, друзья. Это я сейчас просто мусор это откручивала болтики. 22 года, единственное, сломалась вот здесь, вот такая штучка от крючка. Видите, вот так. А остальное вообще качество вообще очень хорошее, друзья. Вообще нигде ничего не оторвалось, не оборвалось. Видите, края вот эти, вот такие резиновые были, одевали. А вот есть, знаете, ДЛСП вот такое. Но не такое хорошего качества. А есть, вот его сразу видно, она уже, знаете, сновья вот это все отдирается. А это прям хорошенького качества. Вот смотрите, сколько лет, и ничего не произошло с ним. Ничего не произошло, видите? Как бы все хорошо. Даже вот здесь ничего у нас не ободралось. Все прекрасно. Так, ну ладно. Все, буду разбирать дальше. Так, друзья, у нас на улице темень уже. Я, как всегда, по темноте люблю все делать, работать. Посмотрите, во дворе вымыла плитку. У меня специальная тряпка есть с шваброй. Дождь идет. Дождь не видно. Но, друзья, идет дождь. Это точно идет. Всю до ворот. До ворот всю я ее помыла. Но дождик это хорошо. Ладно, пусть. Сейчас все я открутила. Сейчас Настя попросила Никита, сейчас придет сосед и поможет мне. Вот это вынесу я пока сюда, во двор, чтобы она тут не мешалась мне. Всем привет с Краснодарского края. Вы на канале Хадарики. Сегодня у нас уже другой день. Так.
приобрели мы вот такие вот обувницы. С Олей сейчас съездили, получили их. Сейчас начнем собирать. Посмотрим, где там инструкция есть, нет. Ну, мы вот одну проверили, открыли. Вроде все так нормально. Ну, больно не стали мы доставать. Обувница эта крепится к стене. Вот. Сейчас это как конструктор. Вроде что-то Настя хотела помочь деду собрать. Хочет и хочет еще и погулять. Ну, я говорю, иди лучше гуляй. Сам соберу. Не женское это дело собирать обувницы. Да, Оля? Да-да. Оля у меня приболела. Я только-только вот вроде бы себя нормально стал чувствовать. Оля. Показывала вас. А, пока. Показывала вам, как вытаскивала на шкафы. В темноте там что-то полы мыла. И видно, вспотела и простудилась. Вот. Поднялась у нее температура 37,7 вечером. Ну все, сейчас начну я собирать и вам все покажу. Вот он, помощник, лежит. Пришел с улицы, да? Барсик, пойдешь помогать? А? Нет. Нет, говорит. Все распечатал, тут все раскрыл. Что-то... Надо сообразить, как все это. Надо сходить за шуруповертом еще. Так, вот она инструкция. Высота 72,6. Ширина 24. А ширина 55. А вот такой вот, как-то вот ширина 55, высота 70. И глубина, наверное, да, считается 24. Я смотрел, вмещается 8 пар. Так, ну все, будем сейчас изучать. А, схожу сейчас за шуруповертом. Ну все, друзья, собрал я обувницы. Вот такие они, красавицы. Мне понравились. Ну, на одну я время потратил побольше. Потому что пока там схему всю изучил. Ну, а вторую где-то я за полчаса собрал. Уже без схемы, уже, потому что знаю, как собирать. Смотрите, хорошее качество. Смотрите, какие уголки все сделано здесь. Не клеится такой шпон, который всегда отклеивается. Видите, смотрите здесь. Тоже такое качество хорошее. Мне понравилось. Отличное. Смотрите, вот вроде бы они такие небольшие, да? А помещается, хоп, здесь 4 пары. И внизу также 4, но я еще не поставил. Вот это, смотрите, перегородочка. Она вытаскивается. Можно ее по центру поставить. Можно вот это второе отделение сделать поуже. Очень легко она переставляется. Ну, я вот одной рукой его. Да, вот можно сделать поуже, например. Сюда там побольше обувь. А сюда можно уже поменьше тапочки засунуть. Даже в несколько надо насывать. Ну, вот я сейчас поставлю на среднюю. Можно сделать вот эту пошире, эту поуже. Ну, друзья, вот у меня... 42 размер. 42 размер. Вот так они вот сюда залезли. Вот. Не знаю, как сюда поместится 45. Если что, может там вон ту нижнюю полочку убрать. Она легко откручится там. Вон ту нижнюю можно досточку убрать. И все. И они спокойно еще залезут. Пониже опустятся. Ну, а так вот, смотрите. Вот. 8 пар. Здесь 8 пар. И в той 8 пар. 16 башмачков.
Все, но они будут не на полу стоять, они будут на стенке. Где-то, ну, сантиметров, я думаю, может, 15-10. Вот здесь, смотрите, крепление такое здесь, вот, к стене. Ну, а они не здесь будут, они будут у нас в прихожей. Ну, вот, оцените. Потом, как повешу, я вам покажу. Друзья, всем привет. Так, время. Сколько у нас? 10 часов утра. Так. Сейчас пока Настя не в школе. Если кто придет в магазинчик, она выйдет. Так, помыла голову. Я не знаю, чтобы она не... чтобы быстрее высохла, феном посушила. Еще, друзья, постригаться надо. Так, я иду, друзья, смотрите, какие у меня, видите, ресницы. Страшилка, Оля, страшилка. Губы все в простуде. Простуда. Сейчас надо чуть-чуть эту губнушку убрать. Ну, губнушку делаю для того, чтобы это губы у меня не обветривали. Ну, чуть-чуть переборщила. Раньше в молодости всегда красила у меня были губы коричневые. Тени черные. Вот запомните, друзья, мне вот такую бабуську. А приду, Игуська, я иду на ресницы. Сегодня у меня ресницы. Я должна была вчера еще сходить на ресницы. Но Сашенька сказала, сегодня давай в 11. Я говорю, как раз хорошо. У меня как раз 2 дня, друзья, температура была. Вчера уже хорошо было, не было. Прям прелесть. Не знаю, ни с того ни с сего поднялась температура. 37 была. 37,7 первый день, а потом 37,1. Вот так. Так что вот такие-то делишки. Так что я поеду сейчас на ресницы. Можете меня там, друзья-хейтеры, не переубеждать, что ресницы, ты бабка старая, тебе зачем оно не надо. Друзья, мне надо. Я делаю уже это много лет, мне это очень нравится, мне надо, мне вот так не нравится, краситься каждый день я не собираюсь. Так что, друзья, меня вы не переубедите. Некоторые сделают, говорят, ой, плохо, глаза чешутся. Чешутся, друзья, у вас глаза, знаете почему? У меня один раз так было. Это плохой мастер, во-первых, раз. Во-вторых, это... очень низкое качество материала, клей, вот это все. Вот это все плохо. Я хожу 2 месяца прекрасно. Ну все, друзья, я спешу. Увидимся. Может быть, вам сниму. Посмотрим сейчас на обстоятельства. Ой, друзья, за 2 дня вышла первый раз на улицу. Так, что у нас градусник показывает? Градусник показывает +9. О, что-то для меня холодно, друзья. Вот привыкли к теплу. Для нас уже холодновато, да? Ну ничего. Одеться надо потеплее, че я даже не видала, что у меня тут. Все поднялись, вроде ничего. Ну ветер. Ветер. Вот старая прихожка у нас стоит. Пока, друзья, на улице. Новую потом вам покажу. Когда придет еще одна обувница. Нам пришли 2 обувницы. А мы решили с Васьком еще 3-ю обувницу. Опа! Так, сейчас я заведу, пока прогреется. Прогреется. Опа. Я вообще еще не была на улице. Что у меня вообще тут творится? Так, надо картон собрать будет. Тюльпанчики как вылезли хорошо. Кошкина. Еда. Здесь что у нас?
Тюльпанчик тоже вылез. Сейчас быстро зайду в теплицу, друзья, посмотрим, редиска вылезла у меня. А, вылез. О, тепло, как хорошо. Редисочка вся вышла. Вся. Так, это Васек посеял сидираты. Горчицу здесь везде. Все нормально. Все тепло. Я вот сюда тую посадила, чтобы теплее было. Ну все, друзья, надо ехать. Поехала я. Друзья, это от меня недалеко. Вот наша школа, смотрите. Дети ходят в школу близко. Наша Настя любит пешком ходить. Оксиген строит новые трехэтажные, наверное, тоже будут дома. Вот видите, какой большой дом один. У них дома очень хорошие, тоже качественные, друзья. Кто любит жить в квартире. Так, очень здесь хорошо. А мы тут поедем вот сюда прямо. Вот видите, дорога, железная дорога прямо. И переезжаешь ее, и Майкопская дорога. Так, а нам надо, знаете, куда завернуть? Вот сюда. Так, тут дорога насыпная, здесь люди еще строятся. Так что дорога такая. Так, сейчас чуть остановлюсь. Я настрою чуть-чуть, друзья, камеру. Она мне что-то тут пляшет в разные стороны. Чтобы не было видно машины борта. Все, поехали. Сейчас, вот эта новая улица, мы сейчас посмотрим с вами ее, какие тут дома строят. Чуть-чуть потихоньку поедем, потому что тут такие кочки. Вот видите, какие домики хорошенькие стоят, красивенькие. По эту сторону тоже, чтобы вам не вертеть туда-сюда. Они одни и те же. Чуть-чуть люди разных, так вам покажу. Давайте сначала покажу, знаете, как вам? Вот эту сторону, да? Как раз проедем по этой улице. А на обратном пути я вам покажу ту сторону. Если, конечно, не забуду. Так, а улица у нас какая? Что-то не вижу. Так, улица Лесная, друзья. Улица Лесная. Кто хочет, может на карте посмотреть. Здесь вот по левую сторону еще пустые земли. Наверное, кто-то купил, просто пока не строится на данный момент. Вот я так думала. Кстати, ночью был дождь у нас сегодня. Ну, как видите, луж нет. Луж практически никогда нету. Очень редко. И то, знаете, когда дождь пройдет, может быть, прям лужи чуть-чуть постоят, и то они потом. Земля впитывает, и луж нету. Не знаю, как где, может быть, подтапливает у них лужи стоят. У нас луж нету. У нас как-то быстро все уходит. Так, друзья, я подъехала. Друзья, заходим. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Сашенька моя ресницы делает. Друзья, посмотрите у них, какая красота здесь. Так, девочки у нас тут могут подстричь. Подстричь? Покрасить. Да. Жанночка у нас парикмахер. Покрасить, постричь. Все тут цивилизовано, все тут красиво. Чай, кофе наливают, можете попить. Кто проголодался, придет голодный, холодный, напоят, накормят. Спать не положат, правильно. Вот смотрите, у них все тут, смотрите, все тут вот закрыто. Все, что, так полазим. Так, друзья, у них еще тут кабинет же этого. Косметология. Косметологии. Так, что покажите у вас все тут. Все тут запечатано, да, не будем трогать руками. Так вот все.
Сейчас, видите, какая я? Я вам показывала, какая была страшненькая. А сейчас буду красопетовка. Все, друзья, я сделала реснички. Сейчас я вам все покажу. Вот такая Оля красотка, посмотрите. Спасибо Сашеньке. Посмотрите, какие у меня ресницы четкие. Супер, 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 тру-ля-ля. Ну все. Еще одна красотка готова. Еще одна красотка. Друзья, кому нужен телефон Сашеньки, кто живет в родниках, им вообще очень близко, звоните мне, я вам дам ее адресочек. Всем пока. Не помешает, друзья, вам ничего, не слезится, не мешает. Вот посмотрите, я сделала, какую прелесть. Вот на ваш вкус захотите, сделает бусинки, сделает под что. Вот посмотрите, какая бабусяка красивая. Да ладно, вам тоже. Ну все, друзья, я иду дальше домой. Всем пока. Друзья, поехала я по другой улице. Забыла, что вам обещала показать улицу. Что-то повернула не туда. И забыла, что обещала вам показать я вторую сторону. Ну ладно, давайте проедем по этой улице. Здесь тоже домики все новые. Строят. Дорога, конечно, качает. Я вам покажу сейчас. Поеду потихонечку, чтобы не трясло. Все посмотрите, как у нас люди живут. Родники расстраиваются. Смотрите, дома строят все. Так это у нас улицы, друзья. Так, я просмотрела там сейчас. Сейчас еще на другом доме, вот на этом посмотрим. Так, улица это, друзья, Благодатная. Благодатная улица. Дома у вас у всех разные, смотрите. У кого из красного кирпича, у кого из желтенького кирпича. Два этажа. Три этажа. Одноэтажные дома. Газ есть везде, друзья. Смотрите, какая прелесть. Несмотря на то, что еще нету зелени, все равно очень красиво, друзья. Все равно мне очень нравятся наши родники. Очень они у нас красивые, молодые. Все стараются, благоустраивают возле дома. У всех красота. Ой, как мне начнет цвести. Представляете, какая будет прелесть, когда будет все в цвету. Круглый год работа. Так. О, смотрите, здесь даже есть... О, смотрите, как красиво возле дома. Молодцы. Люди молодцы. Смотрите, возле дома есть... Вот сейчас я сюда перенесу, вам покажу. Сейчас я даже, друзья, выйду, чтобы показать вам вот эту прелесть. Вот на этой улице есть... Так, я даже машину не буду включать, я быстренько покажу. Вот такая площадка есть детская. Качельки. Сейчас. Вот такое озерцо. Это все рядом. Если бы пешком я бы прошла вот через этот мостик сюда. Но так как мы уже, знаете, что, разленились, привыкли все на машине делать. Вот.
Видите, такое озерцо. Когда здесь все цветет, тут красиво-красиво. Ну, если люди, конечно, и дети там бутылок не побросают, не загадят, это вообще очень красиво здесь. Как-то, по-моему, знаете, вот этот дом продавался. Я не знаю, он продался, нет, вот этот крайний. Но это было 3 года назад, по-моему, 4 или 4. Ну, когда мы искали дом, он продавался. Или кому-то мы потом смотрели. Вот, смотрите. Возле дома вот баллоны поставили. И в каждом баллончике цветочек. Ой, какая красота будет. Юки растут, наверное. Вот даже кто-то забором себя не окружил. Выходят, наверное, крючушки. Но если, наверное, они еще тут чистят, убирают, то молодцы. Очень красиво будет. Ну вот, если мне вот сюда пройти, я буду как раз дома. А я проеду. Видите, как красиво. Речка. Так, друзья. Едем дальше. Посмотрим. Ну, люди все молодцы. У всех чистенько, у всех убрано. Так, сейчас завернем вот на эту улицу. Да, если бы мне надо было идти вот пешком, я бы через мостик был, это, прошла и была бы, по улице прошла и была бы дома. А на машине я вас по дороге прокачу. Посмотрите вообще, что из себя, ой, что из себя представляют вообще родники. Друзья, ну это не все родники. Это не все, я вам покажу, родники. Это 2 улицы. Мы сейчас с вами проехали. 2 улицы. Сейчас вот завернем. Бабуська по дороге что-то стоит. Такс. Бабушка куда-то пошла. Есть здесь дома. И маленькие, и большие. Есть кто-то снес? Маленький дом построил. Так где-то здесь дом, друзья, продавались. Вот этот дом. Я не знаю, продали. Написано, продам дом. Вот смотрите, продам дом. Я говорила уже о нем. Я не знаю, его продали, нет. Вот такой большой дом. Напишите, если кому-то надо, я узнаю. Я даже не знаю, сколько он может стоить, друзья. У нас очень подорожали. Друзья, мой подписчик оказался на дороге. Привет, он так хотел, чтобы я его сняла. Приветик. Айда, подойди. Ну что, расскажи, как тебя зовут? Денис. Вот Денис, который ездит мимо камеры всегда у меня и бибикает. Ну вот. А то я не могу до тебя никогда ехать. Обещала снять, не могу доехать. Ну все. Может, подвезти вас? Не, мы гуляем. Вы гуляете? Да. Ну ладно, давайте. Счастливо. Друзья, это мой маленький подписчик Дениска. Я обещала ему, что я приду его сниму, он так хотел. Ну вот, как раз он мне на дороге попался. Очень хороший мальчик, позитивный. Сначала стеснялся ко мне подъезжать, ездил всегда на самокате туда-сюда. Я говорю, да иди сюда, познакомимся. Нет, он промчится мимо. Я говорю, ай да, познакомимся. Друзья, пошел дождик. Ну вот, сейчас на дороге я увидала его с мамой, они гуляют.
надо было, я говорю, давайте подвезу, не захотели они. Вот это у нас, друзья, дом молитвы. Дом молитвы находится вот здесь. Посмотрите, как здесь красиво. Я не могу остановиться. Я вам сейчас вот так покажу. Смотрите, какая здесь прелесть у них. Вот это река, но она чуть-чуть больше. Келермес. А когда летом все расцветает, листочки появляются, здесь вообще красота, друзья. Очень красиво. Ну все, сейчас пока я вам показывать не буду. Знаете почему? Потому что пошел дождь. Я не знаю, сегодня дождик вообще по прогнозу должен быть или нет, но вот он есть. Сейчас я позвонила Женечке, поеду к ней, съезжу в гости. Так, мне же надо, друзья, постричься. Вот я ей позвонила, и заодно там у меня к ней есть такое дело. Сейчас я к ней приду, обсужу все. Вот, смотрите, сейчас я подъезжаю. Здесь вот у нас будет перекресток такой, остановочка, автобусная остановка, все. Мне налево, через несколько домов, и я дома. А я сейчас хочу проехать до Женечки. Ну все, друзья, пока отключусь. Друзья, как в песне поется. Пройду по абрикосовой, сверну на виноградную. А у нас там, видите, улицы какие на дому. Вы, наверное, не видите, вот улица. Малиновая граничит с виноградной. Так, сейчас проедем вот по этой улице у нас, по нашей. Где, друзья, застройщики наши строят дома. Вот этот дом построен Ибрагимом и Ваней. Здесь люди приезжают в отпуск к ним, в него летом. Вот этот дом построен, это Сергей и Лена у нас, вы знаете, с Магнитогорска дети купили этот дом. Пока не живут. Так. Вот в этом доме живет у нас, друзья, Марина. Этот дом построил тоже Ибрагим и Ваня. Привет им. Так. Где-то Ваня здесь тоже, наверное, начал строить. Надо спросить. Так, а где мои-то? Так, Валера-то там. Ага. А вон Ибрагим. Друзья, сейчас проедем к Ибрагиму. Знаете почему? Сейчас я вам издалека покажу. Начинают, наверное, стройку. Пойду поздороваюсь с мальчишками. Мальчишки приехали на работу с отпуска. Все, бригады все приехали. Сейчас начнется грандиозная стройка, друзья. Сейчас подъедем, поздороваемся. Сейчас я вам, видите, туда-сюда показываю, потому что я не выхожу. Дождь идет. Все вот эти дома, вот эта вся линия, видите, я вам показывала. Вот видите, вот эти все дома тоже построили наши застройщики. Купили эти дома наши подписчики. Всем, друзья, привет! Первые Алекс Курска, привет им! Так, ну сейчас я подъеду и включусь, друзья. А, ну ладно, я проеду еще по улице, вам покажу. Вот, видите, поле. Здесь домов еще нету. Но в этом году, я думаю, летом все будет застроено 100%. Вы видите, какие красивые домики. Вот это все красота, видите? Как вы думаете, кто это все построил? Конечно, наш застройщик. И вот он едет, красавец, на такой шикарной машине. Наш Ибрагим. Вот он едет, улыбается, видите?
Ну все, сейчас отключусь. Друзья, мы поздоровались с Ибрагимом, но я не стала туда подъезжать. Там, говорит, не вся бригада. Ладно, потом будет солнышко, я потом приеду поздороваться. Вот, друзья, смотрите, вот эти все дома построил наш Ибрагим с Ваней. Улица у них, сейчас скажу, какая, друзья, Персиковая. Улица Персиковая. Друзья, дело в том, что, знаете, вот улица Персиковая. По той улице Малиновая, Виноградная проезжала, шел дождь. Представляете? Еду по другой улице, параллельной. Ни дождинки нету. Вообще, посмотрите. Дождя-то нету. Солнышко светит. Надо улицу назвать Солнечная была. Дорожки ровной нету. Знаете почему? Потому что еще идет стройка. Ну, а сухо, нормально. Так что, если не гнать, все отлично. А мы поворачиваем к Валерии и Жене и к Наталье. Вот эти дома тоже выстроены все Ибрагимом и Ваней, друзья. Так, ну Валера, Наталья на улице, друзья. Ой, вообще у них тут уже какие-то штырьки стоят, что-то тут еще. Смотрите, они что-то строят. Вообще, красота у них, красотенюшка. Так, захожу. Не знаю, посмотрю, буду снимать или не буду. Не буду их смущать. Друзья, ну вот посмотрите, наши городские в работе и в работе. В Я смотрю, тут штырьки. Валера спит. А вот, привет, привет. А это что, думаю, что-то беседку какую-то... Да? Мангальная зона будет. Ой, прям молодцы. Навес, мангальный. Кто-то говорил, вообще ничего не умею, сада у нас не было, и ничего мы не умеем, да? Смотри, переехи, которые уже по 5 лет живут, такого не выстроили, что вы тут? Ну все, мы заходим, друзья. Все, здравствуйте, сказали, а у меня другие дела к ним. Так. Вот эти домики тоже построили наши застройщики. Тут у нас живет Леночка с Серегой, магнитогорцы. Ну все, друзья, на этом путешествие по нашим родникам, друзья, заканчиваю я. Пишите комментарии, друзья. Друзья, кто не подписан, пожалуйста, поставьте... Это, нажмите на кнопочку подписаться. 60%, друзья, смотрят без подписки, друзья. 60%. Поставьте, пожалуйста, пальчик на подписаться. Ну все, друзья, всем пока-пока.